Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Казуку Фэмили. И мы начинаем необычную игрушку под названием Whispering Willows. И все такие, а что это за игра? Ну, что это за игра, вы, в принципе, узнаете. Только я вот узнаю инвентарь, движение, действие. Окей. Все это мы узнали. Такс. Язык. Меня это не устраивает. Так, стоп. Что за фигня? В смысле? Не понял юмора. А, все. Даже так. А большой язык. Ладно, пусть будет Казуку, пофиг. Так. Такс. Снится девочке кошмар. Убегает. Музыка клёвая, конечно. Но, и, к сожалению, из-за того, что все эти авторские права, это бесит. Привет, девочка! Ох, ни хрена ты своей жопой землю пробила. Манал копал. Труба шат. Первая глава. Wardham's War. Чат. Ух ты ж. Тикс. Не может быть, папина подвеска пропала, я не могу уйти без нее. Так, это хорошо, а вот она как. Она нам путь просвечивает. Да? Я ползу, ползу, ползу. Что? Что это за место? Я совсем потерялась. Мама не знает, где я. Должна искать папу. Мне нужно найти выход. Продолжить поиски. То найду папины следы. Так, друзья, я хочу предупредить. Если будет много текста, вы ставьте паузу и читайте. Ну, вот такая вот политика. Извиняйте, просто чтобы время лишний раз не тратить на чтиво. А мы ползли дальше. Текс. Что происходит? Так. А, можно еще и ходить стрелками. Ну, это вообще удобно, в принципе. Тарарурурур. Так, что? Так, подожди. Если светится кулон, значит рядом завулон. Так, подожди. Девочка, послушай меня, твоя сила взывает ко мне. Так, у тебя на шее шаман племени Коантаку, мой дед. Ш
Что? А дух и тело могут отделяться друг от друга, но в конце должны воссоединиться. Нельзя жить разрозненной жизнью. Я утратил тело, и взгляни на меня теперь. Но, может быть, ты поможешь мне его найти, ястреб. Ну чё, пошли побухаем сегодня, а? Трещина, ну. Каким раком? Оу. Нифига себе. Это понятно. Активировать, деактивировать. Так, стоп. Мне сказали, что джойстик не работает. Секундочку. Да, и вправду как-то он косо работает джойстик. А я уже обрадовался, думал, поиграем. Нет, мы не смогли джойстик. Это понятно, она комментирует. Меня ничто не остановит, я куплю пельмени для моей. Так, стоп. Что? Записку нашли. Ух ты, мать. Ой, все это читать, господи. Так, а что у нас здесь? Так, ну я думаю, что если нам вниз, то значит надо вернуться назад. Потому что кто знает, что будет сзади. Еще и тут вверх. Ё-моё, а? Так, ну тут вроде тупичок. Блядь, а как бежать? Или еще нам бежать нельзя? О, бля. Знак полумесяца. Ага. Я лечу, 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 я тебя забрать хочу, блять. Так. Вот не надо, друзья, сейчас говорить, чё ты материшься, просто, ну, не знаю. Просто весело и все. Не школьник какой-то там по всякой не материться, а так просто. Просто хорошее настроение, то, что прохожу такую старенькую, но интересную игру, которую я играл тоже давно. Так, я тут проебал записку, да? Да. Моя дорогая Марта, столько времени прошло. Блять, сколько тут проходов? Ё-моё. Подъемный механизм. А что наверху? Не нравится тут проходов. Копать манать, а? И что тут? На ту сторону рили. А тут. Ня-ня-ня-ня. О, ключ. Вот это поворот, копать его в рот. Вот это поворот. От хранилища какого-то. Там больше ничего вроде не было. Увы. И ах. Компрендо, да? Огромный орел, Бортом Уэллс. Блять.
Короче, от какой-то двери. Так, а что тут? Давай, проходи. Так, что? И все? Ты просто мне типа показываешь, что тут механизм, да? Найс. Так, что за фигня? Или мы назад пошли? По-моему, мы назад пошли, да? Это ж вроде назад, раз... Скорее всего, я что-то туплю уже. Так. Опа-на. Или это назад? Нет, по-моему, это назад. Бля, я уже запутался. Реально. Стоп, а если то... Или не то? Твою мать. Сколько проходов? Это ж просто... Ага. Или это от этой двери? Стоп, а в урне тоже что-то есть? Да, явно здесь умерло много людей. О. Мы открыли. Ага. Наступает день. Марта Маркус. И метель, да? Так, ладно, надо посмотреть, что наверху. Лети огонек через запад. Опа. Этот рычаг открывает дверь в тайник. Вот он спрятал рычаг здесь, чтобы никто не открыл его тайны. О. Так, окей. Это понятно. А что открылось где? Тон-тон-тон-тон-тон-тон-тон-тон-тон. Девочка малина хочет. Тон-тон-тон. Так, стоп. А что за место открылось? Вопрос. Походу не это, да? Это? Нет. И не это тоже, да? Сейчас полчаса будем лазить по этим пещерам. Так, ну я помню, что тут тупик, а вот что тут? Сейчас глянем. Так, а что было наверху? Гробница. Знак полумесяца. Понятно, значит искать где-то знак полуми... Что? Видимо, кто-то сильно любил этого человека. Ну, ясен хрен, раз гроб стоит такой охуенный, блядь. Логично, ребята. Кстати, там пейте кофе, ставьте лайки, приглашайте друзей. Интересный контент. Стараемся. По крайней мере, я один стараюсь. Я один держу канал. Так.
Может, нам все-таки вниз? Что-то мои подозрения говорят, что я, походу, где-то... Что? Этот гроб будто сделан в спешке, его сделали... Что за... Это? О, вау, ты полумесяц. Что за... What the fuck? Блять! Блять, быстрей! Нас сейчас, сука, съедят нахер. Хух, твою мать. Тьма заполнила это место. Она отравляет все под землей, снова гной. Я должен найти свое тело. Да понял я тебя. Дали немного поссаться, да? Подгузники все там одели на всякий случай. Так, а нам сюда нет? Да, по-моему, нам сюда. Так. Вот я только не пойму, что она не бежит. Оу. Дом для гостей. А что ты найдешь в доме для гостей, а, дорогая? Да, игра красивая. Кстати, она, скорее всего, есть на Android. Стопудово. Раз она сделана на Unity. А, подожди, под открытым небом. О, сука. Под открытым небом она только. Фонтан. Чтоб выйти из сада. Замочек. Горшочек. Опа-на. Значит, надо брать ведро. Особняк Елена. Так, что-то надо сделать. Но явно не здесь. Набрать воды, что ли? И я не могу открыть. Так, может реально можно набрать? Какой замечательный фонтан. Он еще работает. Я за тебя рад, писька моя. Надеюсь, ты не... Я уже забыл это слово. Так что? К фасаду особняка. А дом для гостей. Господи. К фасаду особняка. Сколько тут поворотов. И сад. А можно спуститься в ад? Так это что такое? Так. Юный Маркус, особняк, дом для гостей. Ух ты и ах. Он рассказывал когда-то, что не надо автомата. Так, оранжерея? Я не могу перерезать, мне нужны ножницы, блядь, садовые. Что? Что за... Это типа намек, что ли? О! Я хотел показать своей девушке старую оранжерею, перерезать заросли лозы. Чувак, это мы... Господи, знаем. К фасаду особняка опять. А чё в обсерватории? О, мама мия. Чувствую, нас ждет очень много загадок. Так.
Хуантако. Всякий лор. Но нам сейчас не важен он. Эй, подожди. Поднимайся, девочка моя. А, ну тут, в принципе. Чего? Кто-то рядом? Честно говоря, я в шоке, как будто я уже всю свою жизнь жду здесь деловой встречи с мистер Уилсом. Солнце-то такое дерьмовое, возможно, мне стоит вздремнуть под ним. Ну, понятно. Так. Вот что-то мне кажется, вся эта картинка неспроста, но если что... Если что, да. Так. Что такое? Что случилось? Расскажи, если надо, соскочи. Так, фасад особняка. Так, стоп. А, ну с тем хреном мы разговаривали. Так, это мы возвращаемся вообще куда? Назад? Не, что да. Так, стоп. Опа-на. А дальше? Летящий ястреб думает, что его тело в доме для гостей. Так, это понятно, а ведро, дорогая, мы зачем подвесили? Я зря это сделал, да? Так, подожди. Оу. Ох, что-то похолодало в последнее время, мадам Лок. Возьми моё пальто, детка, ты не должна мерзнуть. Правда, вы так любезны, сердечко? А, сердечно благодарю вас, сэр. О, уверяю вас, мисс, это честь для меня. Ясно. Мне нужно пальто. Дом для гостей. Что? Еще? Ёптрасоте. Куча писем, куча сисек. Так. Уортон Уилсон. Ну понятно, пока ничего существенного не происходит. Всякие разборочки. Заколоченная. С другой стороны особняка. Кладовая. Лопата. Новая запись. Контака. Пока ничего, да? Так, лопату мы взяли, понятно. Кладовая. Так, а чё это? Мы можем зайти в него или нет? Да понятно, что ты ему должна тело найти, а чё делать-то? Так, стоп. Я же в этих локациях, сука, запутаюсь. А может и нет. Так, дом для гостей, это понятно. Но что-то мы еще не обыскали тут, да? Так, а что мы тут не обыскали? Сад. Но это я знаю, что нужно перерезать. Особняк, мы там были. Так, понятненько, значит. Дом для гостей. Да это понятно, а я вот думаю, может тогда
Там что-то поискать, а с фасад. Так, ну в кладовой мы были. Так, это мы не можем открыть. Так, ну мы, наверное, еще в саду не были, в принципе, да? Так что? А, нет, это те, я понял. Понятно, еще рано спускаться, да? Мы же еще в особняке не были, а потом, видимо, в колодец спускаться, да? Чего? Тот хрен? А, ну да, я знаю, он типа про эту лозу говорит, да? Лоза, лоза, в жопе заноза, сад. Особняк. И опять дом для гостей, да? Давай, чё, посмотрим последний раз там. И сходим в дом для гостей. Так, подожди, а почему светится? Вопрос. Опа. Белых людей, я для них собираю цветы. Цветы, ты значит, сука, собираешь, да? Мне пока не до отдыха. Ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва. Ладно, детка, я тебя понял. Катакомбы, нума-нумаей. Хурюма-нуманей. Ладно, идем тогда в дом для гостей, потом, наверное, в особняк. Особнячочек. Так, или куда? Я уже запутался. Парымарюмарума. Так, ладно. Сейчас загрузочки пройдут. Вот надо проверить потом этот большущий особнячок. Я чувствую, что мы тут по нему побегаем, бля, хамуха. Так, а она скажет насчет? Понятно. Толком она ничего не скажет, да? Так, стоп. А где этот дом для гостей? Я уже забыл. Блин, я так на джойстике хотел в эту игрушку поиграть, сука. А игра меня подставила, типа. То, что написано, это. Твою мать. И тут можно, и там можно. Твою же мать. Ты хочешь ванну принять? Хм. Ну и ладно. Так. Понятно, просто записочки. Пиписочки. Будем все делать интуитивно. Логично. И интуитивно. Лишь бы, как говорится, ничего не проебать, да? Так. Эй, привет, юная леди. Давай-ка я сыграю тебе мелодию. Хотя... Нет нот. Найди ноты, я сыграю. Блин, извините. Так. Стоп, еще кто-то? Да нет, вроде бы. Ложная тревога, да? Такс. Ага, первый этаж. А, тут уже тупик. Ладно, а что в этой двери? Ёб твою мать, сколько ходов. Странная плита.
А, мы можем бегать только на улице, да? Кто там? Кто ты? Так много убитых, они убили всех коренных жителей, и кровь их на наших руках. Мы будем прокляты, говорили наши души, обречены попасть в ад. Ясно. То есть нам уже тут нехер делать, да? Да. Ну, хоть с мужичком поговорили. Мужичочек. Мужичочек. Мужичочек, блядь. Так. Дверь. Еще дверь, да? Это не открывается. А что наверху? Давай. Оу. Интересный поворот. Что такое? Ёб твою мать. Magic motherfucker, да? Так хватит? Я надеюсь. Ебать копать. Наверх плясать, да? Так, вопрос, зачем мне его двигать, комод? Что-то мне кажется, его реально двигать надо, да? Утро, день чудесный, что ты? Дверь заперта, логично, да? Еще дверь. Блин, сколько тут дверей, а? Того и зашевелится, намек на Silent Hill, да? Манекены. Пооткрываем это окна, однако. Так. Еще дверь. Но мы зашли, походу. А, в эту мы зашли, да? Так, А, это не открывается. Класс. Не открывается, моя красавица. А что в этой? А тут у нас ванна, веревочка. Потайная дверь, да? Ладно. Давай. Ёшкин кот. Ты чё, нам сюда, что ли? Ё-моё. Это чё, ложный вызов, да? Ну ладно, ладно. Засчитано. Интересно. Забавно, забавно. Подкололи нас, ребята. Подкололи нас красиво. Опля. Чуть ползти, что ли? Ё-моё. Так, я пока хочу верхние этажи проверить, а ползти можно, в принципе, и на обратном пути, да? Я надеюсь. Так, ну тут, походу,
Одна дверь. И вторая. Опа-на. Опять нам открывать. Ну да, просто чемодан. И просто записка. Так, ладно. Дух. О. Это место я помню. Так, достань воды из колодца. Тогда они не будут страдать от жажды, да? Угу. Так, это я понял, а что нам тупо... Тупо просто сказали про бабку и про ведро, и все? Типа больше это ничего не дало? Ну, капец. Ладно. Ваше право, месье. Идем тогда назад. Потайную дверь. Посмотрим, куда она что приведет. Посмотрим, что мы могли проебать. В этой игре можно много чего проебать, потому что тут надо думать, сука. Так. О. Мы нашли ноты, возвращаем тому мужичку, и что-то даст это нам. Ведь не зря прошли мы этот путь далекий. Звезды, да? Еще знать, где он. Мужичок, мы идем за тобой. Так. Так что? А, вниз. Ну да, логично. Так, мужик. Давай. Подвал? А что он нам даст? Стрёмненько как-то в этом подвале. А, мы по сюжету продвигаемся, да? Так, где копать? Ёб твою мать! Обосраться. А что я могу сделать? Я нашел. Чего? Так. А это понятно. А где ты что найдешь, блин? Что это нам даст? У нас только лопата.
Может, в колодец вернуться в натуре? Так, а колодец у нас в саду или он тут? Интересно мне знать. Так, надо подумать, что нам делать. О, блядь. Нихуя себе, я был прав, нахуй, да? О, стоп, кстати, а особняк открыт? Я про особняк что-то забыл, нахуй. Да, блядь, особняк давай. Если, конечно, это он. Мне интересно, он откроется, нет? Так, стоп, это, по-моему... Блядь, я все вечно путаю, где особняк? Это сад. Фасад. Так, да, значит, наверное, к фасаду особняка. А если нет, тогда спускаемся нахрен в колодец, да? Да ну нахер, серьезно? Охуеть. Сначала колодец, потом особняк. Вот это поворот. Такой вот крайняк. Так, стоп, я, по-моему, не туда попёрся, да? Давай назад, девочка моя. Ненаглядная. Так. Все хорошо. Тут паутинка. Я надеюсь... Я надеюсь, не оборвется нахуй ведро. А то что-то... Нашли тело, ястреб говорит спасибо. Покоится с миром, ястреб. Благодаря тебе я знаю, что папа где-то там в особняке. Ладно, погнали. Особняк, няк-няк-няк. Ладно. Крутится, вертится шар голубой. Так. Ну это понятно, типа задачи, да? Задача, что нам надо... О, особняк, да? О, вторая глава. Нифига себе. Так, я думаю, что на этом мы закончим. Я надеюсь, вам было интересно по поводу этой девочки и духа. Игра довольно-таки простенькая, недолгая, но интересная. Так что ставьте лайки, приглашайте друзей, репостите видео, будет тоже много интересного материала. Так что с вами был Денис. Всем до новой части, до новых встреч. Всем удачи. Всем пока.